Не переключайтесь, скоро вернусь. Ваша реклама. 718-339-3003. Ольга Стоянова бесплатно поможет заполнить документы для получения помощи, зарегистрироваться на специальную вейвер-программу. Если вы живете в Филадельфии, Бакс, Монтгомери, Честер, Делавэр, звоните Ольге Стояновой 267-269-75-98. Она поможет оформить документы для получения специальных программ помощи пожилым людям и инвалидам. 267-269-75-98.
Костя, мы с вами живем в интересное время, когда иногда какие-то удивительные формы придают совершенно нового вида каким-то, казалось бы, совершенно знакомым вещам, например, из области кулинарии. Но казалось бы, да, где сумки, а где еда? Вообще, не дай бог, какое-то пятно. Ой-ой-ой, не дай бог. Вот на сумке, особенно если сумка дорогая. Ну, это все, это жизнь заканчивается. Шведский алкогольный бренд «Абсолют Водка» совместно с дизайнером «Паста Бэк» Николасом Беттелем выпустил сумку «Абсолют Эспрессо Мартини» в виде бокала с коктейлем. О, слушай, то есть никто не выливал на эту сумку бокал. Оригинально. Вот сумка в виде бокала с мартини, причем она настолько натурально выглядит, вы не представляете. Аксессуар вот точно так смотрится, как наполненный до краев коктейль эспрессо мартини с обеими зернами. Красиво. Сумка выполнена из кожи, которая хромированной стали также и прочного титанового пластика. У нас специальный съемный ручеек крепится к сумке при помощи чашек с магнитом. Или миска с пельменями, да? Вот, ты знаешь, наверное, глобально нет. Хотя, конечно, это очень оригинально. Не знаю, мне как-то не в моем вкусе. Ну, оригинальненько. Что скажут наши пассажиры, я не знаю. Пишите нам. А купили бы вы сумочку в виде вот бокала с коктейлем и кофейными зернами? Какой-то, знаешь, вот... В общем, если только так покрасоваться, и то, если ты там девочка, мальчик, такой вот как бы как конфетный возраст у тебя, а вот старше уже... Не-не-не. Мне кажется. Ну, это наше. Это и то. Нет, мои. Ну, давайте послушаем песню. Если у вас есть на эту тему что сказать, мы всегда рады услышать ваше мнение и поделиться им со стороны. Знаете, я знаю, что человек, который очень любит подобные вещи, но предпочитает, знаешь, разные сумки необычные, песни необычные. Вообще такой такой, знаете, творческий человек такой. Вот, да. Полетчик там такой точно красивый.
конечно. Конечно. Вот в этом ритме. Просто чуть главное не причем, не, сегодня такая, такая скорость, то, что можно слушать подобные песни. А никуда точно, не летим, все аккуратно. Ну, это же невозможно прям. Я отвлеклась. Нет, сейчас вот не надо. Не будем об этом. Это хорошая тема, долгая. Это отдельно. Друзья, вы знаете, есть кое-что полезное, что мы хотели бы еще донести до вас. Не пропустите, пожалуйста, Ассоциация ветеранов спорта и компания «Неткост» приглашают вас на благотворительный Олимпийский бал, который пройдет 22 декабря.